Всем доброе утро! Вы знаете, я уверен, у нас всегда будут недовольны. Как говорят социологи, проблема в несовпадении ожиданий и реальности. Я скажу проще. Одни страдают от того, что едят апельсины, хотя рассчитывали на бананы. Другие ждали бананы, а получили апельсины. И получается, как в старинной пословице, кому суп жидок, а кому жемчуг мелок. Вот так вот и живем. Все на самом деле очень просто. Не надо заглядывать в чужой карман. В огород чужой тоже не надо смотреть. А делать свое дело. То, что любишь и умеешь. Жизнь – это очень интересная штука. Смотрите сами. Завтра начинается сегодня. Как выбрать будущее? Деньги или здоровье? Мифы о гриппе. Аванс за коммуналку. Кому придется платить вперед? Понять и подождать, когда в Перми появится новый фонтан. То, что доктор прописал. А вы где гуляете? Каким должен быть завтрак настоящего мужчины? Вот одна моя очень хорошая знакомая всегда возмущается, когда слышит избитую фразу про то, что путь к сердцу мужчины лежит через желудок. А что делать нам, говорит она, тем, кто готовить-то не умеет? Это что значит? Не видать нам принца на белом коне? Но выход есть всегда. Как говорится, если что-то не получается, посмотри, как это делают профессионалы. А лучше всего еще и записать. Так, для верности. А рецепт я вам скажу вот такой вот. Изысканные блюда из дичи – вот что может порадовать любого мужчину. Ведь каждый из них по природе своей охотник-добытчик. Поэтому накануне мужского праздника Джулиано Безио, знаменитый шеф-повар из Италии, решил приготовить карамелизированное мясо косули в пармезановой корзиночке. Сеньори, бонжорно. Дамы и господа, добрый день. Сегодня я приготовлю особенное новое блюдо в преддверии Дня защитника Отечества. В его составе пармезановая корзинка, вырезка косули, салат, сахар, соль, перец, бальзамический уксус. Я выбрал мясо дичи для настоящих мужчин. В нем мужская сила. Начинаем наше приготовление с пармезановой корзинки. Для этого необходимо разогреть сковороду и положить немного пармезана. Можно увеличить огонь и заняться мясом. Нарежем филе косули на маленькие кусочки. Очень важно готовить это мясо на сильном огне, так как оно должно хорошо закарамелизоваться. Один из важных ингредиентов – бальзамический уксус. Сейчас, как вы видите, пармезан расплавляется на сковороде. Еще немного, и мы сможем перевернуть его. Готовить без использования большого количества масла и сохранять естественный вкус продуктов поможет хорошая антипригарная сковорода. Такие производит немецкий концерн Истком. Переходим к приготовлению мяса. Буквально капля высококачественного масла. Наша сковорода находится в раскаленном состоянии. Мы перекладываем в нее мясо. Посыпаем немного сахаром, соль, пепе фреско, свежий перец, лачето бальсамико, бальзамический уксус. И, come diceva Nerone, brucia Roma. И как говорил Нейрон, Рим воспламенился.
При приготовлении горячих блюд очень удобно пользоваться сковородой с прочной, не нагревающейся ручкой, такой как Эсткон. Процесс готовки становится комфортным и безопасным. Кстати, ручка очень легко снимается, поэтому сковороду можно смело ставить в духовку. Guardate. La carne praticamente pronta. Controllate che il sugo практически готово. È stato splendido. Все прекрасно. Guardate qua. Bravissimi. A questo punto passiamo. Spegniamo il fuoco. Можно выключить газ. Perché molto importante è la caramellizzazione della carne. Мясо дойдет само. Соуса в сковороде не должно оставаться. Abbiamo la nostra insalata. У нас есть свежий салат. Di sale. Щепотка соли. Qualche finocchio. E insalatine novelle. Заправляем. Чуть-чуть оливкового масла. Италия. Италия с ароматом Неаполя. Questa è la mia direttrice che lo vuole. E adesso mischiamo l'insalata. Бу-бу. Перемешаем наш салат. Perfetto. La cucina italiana si presenta molto semplice. Итальянская кухня очень проста, но уникальна в своих вкусах. Необычен даже такой простой салат. Questo è il nostro cestino di parmigiano. Come vedete, magia. Magia. Как вы можете видеть, наша корзиночка застыла. Она готова. Prenderemo ancora un pochino. Декорируем блюдо. Non è importante la ricetta nella cucina italiana. В приготовлении блюд итальянской кухни главное фантазия и правильный выбор ингредиентов. E una macinata di pepe. Перец. Ora componiamo il piatto. Mettiamo l'insalata. Выкладываем в нашу корзинку заправленный салат. Ed ora mettiamo la carne di capriolo caramellata. Карамелизированное мясо косули. Signori, дамы и господа, блюдо готово. Благодарим за сотрудничество ресторан «Порто» и немецкий концерн «Исткон». Вот главное после такого завтрака, обеда или ужина, нужно подчеркнуть, не залечь на диван. Врачи советуют выйти на прогулку. Ну, насколько вам позволяет ваше время. А вот где гуляют пермяки, спросили мы. И вот что люди говорят. Партнер рубрики «Люди говорят» – сеть магазинов «Мир домашней техники». Ну, много где можно погулять, например, по Комсомольскому можно пройти. Есть у нас парк Горького, там чудесный отдых. А где тут еще, например, ну, Балатовский парк у нас есть, там тоже, наверное, хорошо. И зимой, и летом, и лыжи. Я люблю гулять около ДК Свердлова, на площади, перед фонтанами. У нас везде хорошо. Да. Ну, нравится Комсомольский проспект, нравится набережная, нравится Сибирская. И у, оперного театра. Я люблю гулять у нас на Пролетарке в оранжевом блете. Там есть все. Лес, природа, горки, хоть кататься, коньки, лыжи. Все. Заменяет любую базу. И дом рядышком. Только у себя на даче. Это вот сейчас ребенок попросил, увидел в телевизоре, выйти. Ну, а так больше нигде. Гулять есть где. Ну, это, видимо, зависит индивидуально от интересов каждого. То есть, вот если ребенок потребует, я хоть на Луну, конечно, с ней сгоняю. Ну, а если такой необходимости нет, то я еще не ищу таких развлечений здесь в городе. Простой маршрут, часа на 2-3, от памятника Дзержинскому по Ленина до Компроса, и по Компросу вот примерно до сюда. Вот часа на 2 разминка, и если погода хорошая, получите массу удовольствия. Но вот насчет набережной я бы поспорил. Гулял, знаю. А ведь лучшего места для моциона трудно найти. Никаких тебе машин. Тихо, спокойно. Взгляду опять же есть где разгуляться. Но это в теории. А в жизни вот оно как. К выбору места для своего третьего свидания Евгений подошел ответственно. Решил пригласить свою девушку на набережную города. Правда, на деле оказалось, что романтическим местом набережную не назовешь. Хотелось бы, конечно, чтобы прибирали здесь почаще, потому что очень много мусора. Вот компании гуляют, оставляют бутылки, банки, потом все валяется. Потом неделю могут не прибираться, ходишь, пинаешь это все.
Все слышали о том, что набережную реконструируют, но сейчас особых изменений не видно. А вот объявление. 16 сентября 2013 года на этом месте ничего не произошло. Ну, будем надеяться, что хоть в остальные дни здесь проходили усиленные ремонтные работы. Представить, как набережная будет выглядеть после реконструкции, довольно сложно. Сейчас не видно даже скамеек. То ли снегом замело, то ли демонтировали уже. Разбросанный мусор, сломанные ограждения. Уже как-то не верится, что счастье не за горами. Помните, как в старой загадке 17 букв сидели на трубе? Р шатается, С упала. Благо хоть счастье цело. Из-за длинных ограждений людям приходится обходить вдоль всей набережной, чтобы добраться до берега. А фонари с разбитыми лампочками и оборванными проводами уже никого не удивляют. Вот именно так выглядит панорама города Перми. На первый взгляд может показаться красиво, но если подойти поближе, то розовые очки у гостей города постепенно начинают спадать. Виталий долгое время жил в Барселоне. Не видел подругу детства Елену 20 лет. Первое место, куда девушка повела молодого человека – Пермская набережная. Хочется вообще, чтобы сюда можно было приходить, отдыхать, проводить здесь время. А здесь, в принципе, ничего к этому не приспособлено, на мой взгляд. Я понимаю, что это все накрыто снегом, да? Я многого не вижу, наверное, сейчас. По проекту в июле этого года все работы должны закончиться. Ну а пока молодые пары ищут себе другие места для свиданий. Руслан Пепеляев, Иван Ворончихин, телекомпания «Ветта». Вот многие пермяки назначали свидание у центрального фонтана. Ну а теперь об этом остались одни воспоминания. Хотя, как говорят, фонтан нам вскоре вернут. Построят новый на том же самом месте. Так мэр обещал. Сегодня Ленинский район, безусловно, визитная карточка Перми. Туристические зоны, парки, скверы, культурное наследие. Район богат на достопримечательности. А раз это лицо города, то и внимание городских властей к нему приковано особенное. Оценить текущую работу структур городской районной администрации. Именно так определил цель своего объезда по Ленинскому району глава Перми Игорь Сапко. Расселение из ветхого аварийного жилья сегодня в приоритете. Из городского бюджета на эти цели выделено 1 миллиард рублей. Людей расселили, а вот дома остались. К примеру, как номер 12 по улице Ленина. Транспорт идет, и трамваи идут, и троллейбусы, и автобусы идут. А неприглядный дом опыревший стоит, значит, и все на него смотрят. Сегодня часть земельного участка оформлена на подрядчика. Администрация в судебном порядке решает вопрос об изъятии. И только после этого полностью можно будет вычистить территорию и планировать новую застройку. Правильно припаркованные автомобили – одна из основных тем разговора главы города. Как мы видим, машины эвакуируют. Но чтобы искоренить проблему, этого недостаточно, так как нарушителей очень много. Крайне важная и актуальная проблема, потому что через центр города проходят основные транспортные потоки. Посетил глава города и строительство нового фонтана на площади перед драмтеатром. Общий объем средств – 360 миллионов рублей. Уже осенью будут смонтированы все коммуникации. В короткие сроки жители получат не только новый фонтан, но и уже благоустроенную площадь. Вода, электричество. Да, и монтаж фонтана. И монтаж фонтана мы сделаем в этом году. Активно в Ленинском районе ведет свою работу народная дружина. Добровольцы не только следят за порядком, но и привлекают к административной ответственности продавцов магазинов, продающих спиртное несовершеннолетним или после 23:00. Рейды проводят 2-3 раза в неделю. Те болевые точки, которые у нас намечаются, значит, мы это все согласовываем, значит, вместе привлекаем, значит, добровольную народную дружину, особенно вот на праздники, это однозначно. Работа в дружине – это автоматически на... ставить человека на положительный лад. У нас есть и в Ленинском районе также активисты, которые реализуют свои проекты. И, может быть, еще в дополнение к тому существующему направлению, которое занимаются ребята, подключить еще и молодежь. Также Игорь Сапко провел общественный прием для жителей Ленинского района. Каждый пришел с наболевшим вопросом. Это дороги, благоустройство, здравоохранение, образование, очереди в детские сады. Вместе с мэром во встрече приняли участие депутаты, специалисты администрации города и района. Все обращения, как нас заверили, будут взяты на контроль. По одним вопросам решения принимаются сразу, по другим назначаются дополнительные консультации. Ну а эта новость порадовала всех. Близится к завершению возведения нового корпуса гимназии имени Дягилева на 600 человек, а учебные заведения у нас не строили 20 с лишним лет. Максим Суханов, Иван Ворончихин, телекомпания «Ветта». Утром деньги, вечером стулья. А можно наоборот? Можно, но только деньги вперед.
со времен Ильфа и Петрова ничего не изменилось. Только вместо стульев нам сегодня авансом предлагают оплатить коммунальные счета. Не знаю, как вы, но когда дело касается ЖКХ, я уже ничему не удивляюсь. И таким инициативам тоже. Партнер рубрики «Шкафы-купе Командор» для тех, кто принимает правильное решение. Авансом дешевле получить скидку, как в любом магазине, ну, например, как по дисконтной карте в супермаркете, теперь можно будет просто вовремя оплачивая жилищно-коммунальные услуги. Федеральное министерство строительства и ЖКХ предлагает гражданам сэкономить. В разработке находится законопроект, который поощрит добросовестных плательщиков. Разработчики законопроекта предлагают сделать более низкие расценки для тех, кто оплачивает услуги ЖКХ заранее. Для тех, кто вовремя не платит, наоборот, увеличат пени в два раза. Но этот своеобразный метод кнутая пряника в обществе воспринимают пока без восторга. Первоначально это же все было задумано как для неплательщиков, а потом было развернуто шире. Во-первых, если человек платит, он и так платит. В принципе, сейчас у нас положение с неплательщиками более-менее стабилизировалось. Где-то у нас в пределах от 91 до 95% это ежемесячно. Скептически относятся к инициативе и те, на кого она нацелена – потребители жилищно-коммунальных услуг. Вы авансом переплатите, а потом вряд ли кто-то это вернет. Вот. Я не очень доверяю таким системам, поэтому я предпочитаю оплату по факту. Плачу. Изо дня в день сегодня получил, сегодня оплачиваю. И вперед оплачивать я не собираюсь, потому что я пенсионер. Я должен, во-первых, оплачивать предоставляемые услуги, а неизвестно, что через месяц случится. Во-первых, все меняется, во-вторых, просто нет денег, чтобы где-то вперед чего-то. Удобнее платить за предоставленную услугу, потом какого она качества, вот никто не знает, вот, понимаете? Что получаешь, зато и платишь. А у специалистов, рассчитывающих платежи, появится много лишней работы, говорят сотрудники управляющих компаний. Кто-то заплатит вовремя, другие просрочат, третьи заплатят вперед. В итоге путаница. Тогда у нас что будет? Мы человеку предъявили, потом, соответственно, сняли показания, счетчик, все. И тогда что мы должны сделать? Перерасчет? То есть выходит, что у нас? Две квитанции? Или какие-то другие цифры? Или что-то, значит, дополнительно мы должны выпускать. То есть это будет, как вот сейчас пока кажется, пока нет какого-то разъяснения, это дополнительная работа, которая в принципе не дает пока плюсов. Дополнительная работа бухгалтерам, дополнительная нагрузка на плательщика. Он не знает, он заплатил, а потом говорит, что какая-то сумма должна прийти, и опять будет разница, опять будут корректировки, опять будут какие-то перерасчеты. Надо это нам. Точные цифры понижения тарифов пока не определены. Кто за них будет отвечать, управляющие компании или ресурсоснабжающие организации, тоже не ясно. Между тем, проект уже поддержали в Министерстве финансов, юстиции и экономического развития России. Вскоре его внесут на рассмотрение в правительство, а затем в Госдуму. Вот что может быть страшнее ЖКХ, а? Только грипп. Накануне всей редакции спорили, миф ли то, что кондиционеры и сушилки для рук переносят вирусы. Сразу скажу, мнения разделились. Так что пришлось обращаться к специалистам. Вытирать руки бумагой – плохая примета, гласит русская пословица. Это может привести не только к ссоре, но и к денежным потерям. А недавно стали клеветать и на кондиционеры с сушилками. Говорят, они вызывают грипп. Так что же выбрать, деньги или здоровье? Или придется идти с мокрыми руками? Давно доказано, что вентиляторы и кондиционеры нередко становятся причиной простуды, особенно летом и особенно если человек совмещает это приятное проветривание с холодной минералкой со льдом. О том, что эти же электроприборы могут переносить грипп, знают немногие и даже отрицают этот факт, но не на городской станции скорой медицинской помощи. Вирус гриппа он передается воздушно-капельным путем. И, как правило, кондиционер он переносит вирус гриппа. То есть, если фильтры вовремя не заменены, то есть опасность заражения через кондиционер.
Коварство кондиционеров хорошо известно. Они создают резкий перепад температуры, благодаря чему организм человека постепенно ослабевает. Сначала появляется обыкновенная простуда, а затем на первый план выходит грипп. Кстати, ОРВИ и его составляющие не единственные вирусные инфекции, которые вызываются кондиционерами. Есть риск возникновения легионеллеза. Эта палочка может привести к пневмонии. Зарегистрировано там впервые много-много там лет назад оно было за границей. Передавалось, четко доказано, что передавалось через систему кондиционирования. То есть это заболела определенная категория граждан, там, проживающих в большом гостиничном комплексе, легионеллы. И отсюда пошло название этой болезни. Этот возбудитель может попасть в организм человека только благодаря центральным системам кондиционирования, которые, к счастью, сегодня практически не используются. Однако не стоит списывать со счетов современные приборы. Их надо регулярно чистить. Возвращаясь к ОРВИ и гриппу, стоит отметить, что на сегодня по Перми зарегистрировано около 9 тысяч случаев заболеваний. Это в два раза меньше, чем в прошлом году. Однако расслабляться не стоит. Эпидемию всего лишь откладывают до первой декады марта. А краевой Роспотребнадзор даже рекомендует закрыть школы и детские сады, где болеет 1/5 учащихся. Юлия Рогожникова, Владислав Рашидов, телекомпания «Ветта». Вот мне очень по душе выражение. Верь самому себе, и тебя никто не обманет. Никто, кроме нас самих, но не может по-настоящему знать и чувствовать, чего же мы хотим. И если внутренний голос говорит: «Ты можешь все», значит, так оно и есть. Главное – это руки не опускать. И все обязательно получится. Как в картинной галерее. Попав в этот дом, испытываешь именно такое ощущение. Вышитые крестиком и бисером работы в аккуратных рамочках. Подарок Вити Бабина своим близким. И хотя Виктор в этом деле профессионал, все же работает он ниткой и иголкой не очень быстро. Творчество дается ему не без труда. 36 лет назад Витя появился на свет с диагнозом ДЦП. Он третий ребенок в семье, и родители между ним и старшими сыновьями разницы особо не делали, как и не делают сейчас. Традиционная российская семья с классическими ценностями, главные из которых – любовь и забота о близких. Многие в Краснокамске Витю знают и относятся к нему со всей душой. Вижу, что смотрят на него. Смотрят, ну пусть смотрят, я вот так иду. Спросят, я говорю, да все у него есть. На деньги дают ему, я говорю, не надо, он пенсию получает. Это, говорит, от всего сердца. Среди Витиных добродетелей огромное терпение. Там, где обычный человек плюнет, да и бросит слишком кропотливую работу, Витя будет биться до конца. Его так воспитывали. Без дела жить нельзя. Он все время чем-то занят. Виктор прекрасно играет в шахматы. У него первый разряд. Тут ему составляет компанию папа. Складывается семейный уклад Бабиных. Интересы детей для родителей всю жизнь на первом месте. Мои родители очень много не только со мной, с братьями занимались. Интересуюсь, что я занимаюсь. Я интересуюсь, что им занимается. И постепенно учатся друг у друга, и вот интереснее становится жить. А другие родители, ну не как все, но многие, с детьми не занимаются. Накормят, напоят, оденут правильно. Но чтобы дома посидеть, поговорить, поиграть, мало таких людей. Одно из недавно приобретенных хобби нашего героя – плетение украшений из бисера. Главная почитательница ювелирных талантов сына – это, конечно же, мама. Она же и модель. Вот так вот одевается. Вот красиво. Несколько лет назад Витя освоил интернет. Там у него сотни друзей, пусть и виртуальных. Кстати, Виктор на своих хобби еще и зарабатывает. Летом на городских ярмарках продает рукотворные работы. Больших денег это, конечно, не приносит, но все вперед. Нравится младшему Бабину самостоятельность. Самому заплатить за интернет, ну и на прочие житейские расходы. Скоро возможностей заработать у Вити появится больше. Краснокамский готовится к открытию творческая мастерская с удобными рабочими местами, соответствующими всем стандартам для людей с ограниченными физическими возможностями. Пока здесь идет ремонт. Витя вряд ли будет ездить сюда каждый день. Сложновато. А вот те, кто в состоянии самостоятельно передвигаться, получат работу на неполный рабочий день. Конечно, с учетом состояния здоровья. Местная
фабрика деревянной игрушки готова перенаправить сюда часть заказов. А пока на этом предприятии проходят обучение некоторые будущие работники мастерской. Для желающих планируется ввести курс по художественной росписи. Мы планируем еще и сами разрабатывать творческую продукцию, сувенирную, которую будем там изготавливать, проводить на базе своей же мастерской творческие мастер-классы не только для работающих в самой мастерской, но и для людей с инвалидностью, все, кто пожелает, чтобы они могли приобрести какие-то навыки и, возможно, дома как-то реализовывать, устраивать ярмарки, выставки, то есть, чтобы была возможность общаться, получать новые какие-то знания, умения, навыки. Этот свой опыт в Краснокамске, при удачном его воплощении, руководители творческой мастерской планируют транслировать и на другие районы Прикамья. Весь творческий жар людей, подобных нашему Виктору, наконец вырвется из домашних стен в большой мир, сделав его только лучше. Полина Рифа, Владислав Рашидов, Роман Мельничук, телекомпания «Ветта». Вот если несколько лет назад многие мои знакомые искали истину на форумах, в блогах и социальных сетях, то сегодня, по моим собственным наблюдениям, эта тенденция пошла на спад так же резко, как она когда-то набирала обороты. А вот уровень доверия к информации печатных СМИ всегда стабилен. Ведь раз напечатал, уже все, не удалишь. Партнер рубрики «Пресс-парад» – компания «Новый дом». Юрий Валеев может возглавить одно из центральных управлений аппарата МВД России, пишет «Коммерсант». Начальник ГУ МВД по Пермскому краю Юрий Валеев в ближайшее время может покинуть свой пост. Как сообщил в своем блоге заместитель председателя Комитета по безопасности и противодействию коррупции Александр Хинштейн, господин Валеев представлен руководством МВД России к новому назначению на должность начальника Главного управления по обеспечению охраны общественного порядка и координации взаимодействия с органами исполнительной власти. По данным корреспондента издания Константина Стерлядева, вопрос о новом назначении господина Валеева может быть рассмотрен на кадровой комиссии администрации президента уже на следующей неделе. Пермский главк может возглавить Виктор Берников. В списке возможных преемников Юрия Валеева прибыло, читаем в электронной версии еженедельника «Новый компаньон». По информации нового компаньона, возглавить Главное управление МВД России по Пермскому краю может Виктор Берников, который сейчас работает в должности начальника управления по работе с личным составом полиции Свердловской области. Напомним, в качестве преемников Юрия Валеева, которому прочат службу в Москве, называются Михаил Каган и Виктор Ищенко. Первый является начальником управления ФСКН по Свердловской области, второй – заместителем начальника Главного управления МВД по Московской области. По данным источника, кандидатуру Берникова поддерживает губернатор края Виктор Басаргин. Суд скостил срок замглавы часового господину Шевырину, сообщает «Капитал». И тот будет сидеть не 4 года и 6 месяцев, а на 3 месяца меньше. А как все красиво начиналось. Чиновник Шевырин и бизнесмен Ганин фиктивно купили для города 2 фонтана и асфальтобетонный завод, получив порядка 2,5 миллионов рублей себе в карман. Суд также попытался найти в часовом эти объекты, но тщетно. Красоту, как и завод, не обнаружили. В результате чиновник попал в колонию, да еще и на деньги назначен миллионный штраф, а бизнесмен только на деньги, ему назначен штраф. Кредиты будут выдавать по интернету, пишет российская газета. Через 3 года россияне могут получить возможность брать большие кредиты и малые займы через интернет. Причем они обойдутся дешевле примерно на 30%. Об этом корреспонденту издания Елене Домчевой рассказал один из авторов идеи. Достаточно написать заявление онлайн и получить средства безналичным способом. Это удобнее для всех сторон, отметил он. Вот в социальных сетях есть такой статус – в активном поиске. Вообще-то не мешало бы конкретизировать. Поиски чего? Счастья? А может, любви? А может, денег? А еще конкретнее – валюты? Пермяки продолжают скупать доллары и евро. К чему это может привести, знает Надя Емельянова. Так что я лично посмотрю с большим интересом и вам советую.
свежий букет на несколько лет. Спонсор рубрики – магазин «Вега Flowers Gallery». Доброе утро! Слабая национальная валюта вынуждает жителей России отдавать предпочтение доллару и евро. Это уже не советы экспертов, а официальные выводы Банка России. Оказалось, что в декабре прошлого года чистый спрос на валюту был в 5,5 раз выше, чем в декабре 2012 года. По сравнению с ноябрем 2012 года чистый спрос на доллары вырос 13 раз. Банк России объясняет рост спроса на валюту ожиданиями ослабления рубля, новогодними праздниками и характерным для конца года повышением активности населения. Но предыдущие два года праздники на рост спроса на валюту не влияли, отмечает газета «Ведомости». Кроме того, происходит переток ресурсов с рублевых счетов на валютные. Объем средств физических лиц, размещенных на рублевых счетах, в январе снизился на 4%. В то же время количество денег на валютных счетах выросло на 10%. Доля валютных вкладов за январь увеличилась до уровня ноября 2011 года, фиксирует Банк России. Это были правила денег. Молодые люди ищут своих героев, но немногие их находят. Учителя, врачи, ученые, инженеры – сегодня они уже не кумиры. Все чаще таковыми становятся звезды шоу-бизнеса и политики. А вот интересуется ли молодежь самой политикой как таковой? Нам было это очень интересно узнать. Я политикой интересуюсь изредка. Ну, наверное, в силу того занятости своей. Потому что работа и отвлечение вот в такие вот сферы, ну, не всегда получается следить. Я думаю, что нет. Потому что у них, наверное, есть другие какие-то интересы. Нет, не интересуюсь политикой. Нет времени, интереса особого. Не задумываются о своем будущем люди. Как-то текут по течению вот, и не связывают, скажем, политику с текущей своей жизнью. Я думаю, что молодежь у нас настолько отличаются, некоторая группа молодежи настолько продвинуты и настолько умны, что я им поражаюсь. А некоторая часть молодежи, и, к сожалению, думаю, что это большая часть нашей молодежи, она все-таки далека от политики. Я считаю, что 50% интересуется, потому что мы видим это по телевизору, ну, помогают партиям всяким устраивать шествия, какие-то презентации, выступают на митингах. Идет навязывание этой информации, навязывание убеждений. И поэтому для человека, который мыслит, неизбежно нужно будет все равно какое-то мнение сформировать, то есть свое убеждение. Вот поэтому я считаю, что они вынуждены интересоваться. Интересуюсь политикой, потому что считаю, что молодежь, которая, к сожалению, сейчас совершенно не интересуется политикой, должна участвовать в политической жизни, если планирует оставаться жить и дальше в этой стране. Ну а для этих молодых людей политика – это будущее. Я о студентах-политологах. Они по определению должны интересоваться тем, что происходит в городе, стране и мире. Но так ли это? Узнала Настя Петухова. «Хвост, который виляет псом». Название голливудского фильма о работе политтехнологов постепенно пошло в народ. В этом вся суть профессии. А в 90-е выражение переосмыслили, и появилось еще одно – «Уши машут ослом». Так даже книгу назвали. О политических технологиях говорит студентка Алла Либерт. Откуда растут эти уши и кому они машут? Мы решили спросить у тех, кто выбрал направление политология, как они представляют свою будущую профессию. Я считаю, что профессия политолога, она востребована в настоящее время, поскольку политик и политолог, они различаются существенно. На плечах политика лежит очень важная задача – это управление государством. Но сейчас, в настоящее время, в политику идут далеко не профессионалы. Политолог же – это человек, который обладает не только знаниями, но и умениями. Политологи – люди-невидимки. Спросить бы простых горожан, да, наверное, никто и не назовет именно тех, кто уже много лет находится у власти, то есть рядом с ней. Студентам-политологам и то известны единицы. Для меня интересен это Мельвиль. Он синтезировал всю политологию, он считается, наверное, главным политологом вообще России. Меня привлекают, конечно же, политические технологии, также например, меня интересует работа Дмитрия Гусева. Я считаю, что это прежде всего Андрей Юрьевич Мельвиль и Глеб Иванович Мусихин.
Правда, только один человек из всей группы согласился бы взяться за имидж какого-нибудь политика. Стать дирижером политического оркестра готов не каждый. Примерно половина студентов хотели бы работать в сфере международных отношений. К примеру, служить в посольстве. Кто-то сам мечтает прийти к власти. Удивительно, остальные студенты-политологи видят себя в журналистике. А политолог – это и политконсультант, это и политический журналист, это просто обозреватель на том же самом телеканале, который способен предоставить грамотную, обдуманную, взвешенную информацию, при этом простым языком объяснить сложные процессы. Для меня наиболее интересная, наверное, журналистика, то есть обозревать именно политические какие-то явления. То ли Пермь город маленький для большой политики, то ли не хватает нынче во власти пассионариев. Но наши будущие политологи рассказывают, профессия, она, конечно же, востребована, но возможности реализовать себя мало. Нет пока в родном городе кипучей политической жизни. Анастасия Петухова, Иван Ворончихин, телекомпания «Ветта». Порассуждаем. С одной стороны, выбор – это свобода, а с другой – это ответственность. Да еще какая? Ведь это значит, что ты хозяин своей судьбы. К тому же обычно, выбирая одно, мы отказываемся от другого. Но выбирать все равно надо, тем более, если от этого зависит будущее. На выставке «Образование и карьера» обычно не протолкнуться. Мероприятие традиционно собирает самое большое число посетителей среди пермских ярмарок. В этот раз, благодаря пермским лукойловцам, на выставке впервые смогли побывать школьники из Чернушки. У Никиты Пономарева дед и отец работают в нефтяной отрасли. Молодой человек уже сделал для себя выбор будущей профессии. Я уже определился, куда пойду учиться, и это будет НИПУ, Нагорный нефтяной факультет. Но мне рассказывал папа, он тоже там учился и закончил высшее образование. На Чернушку у нас нефтяной город, все стремятся быть нефтяниками. Я тоже, не исключение. Компания «Лукойл Пермь» уже второй раз подготовила свою экспозицию для выставки «Образование и карьера». Нефтяники, будущие отрасли и развитие региона связывают с технически грамотными и подготовленными специалистами. Для молодежи лукойловцами разработана и действует цельная система. Молодежь, которая, ребятишки, приезжает, они осознали, что если они выучатся каким-то техническим специалистам, не только чисто нефтяным, у них приличное будущее. То у них приличное и достойное будущее. Поэтому мы от нашей экспозиции прочертили вот такую вот красную линию к нашим колледжам, к нашим партнерам, которые поставляют нам, к краевому колледжу, к пермскому колледжу и к высшим учебным заведениям, которые готовят специалистов технических специальностей. Связи нефтяников с ведущими учебными заведениями региона давние. Совместная работа начинается со старших классов школы, продолжается в профессиональных училищах и специализированных вузах. Мы участвуем в этой выставке, потому что мы хотим сориентировать наших ребят, школьников в первую очередь, в профориентационном смысле. То есть мы считаем, что за последние годы несколько упал престиж технических профессий, а нам наши будущие кадры крайне необходимы. Именно поэтому мы своей экспозицией показываем, что со временем, если ребята придут в средние профессиональные учебные заведения, в высшие учебные заведения, они выучатся и придут на работу к нам, к перспективному, хорошему работодателю. Узнаем даже иногда лица знакомые, да, чернушинские. Вот сейчас тоже ребята увидели, ой, это же наш. Вот, и вот знают, что 85 лет нефтяникам. В общем, конечно, интересно. Узнали вышку. Ох, это же наша качалка, потому что часто увидим эти наши качалки. Раньше даже красили их сами. Школьникам из Чернушки выставка понравилась, а целенаправленная работа «Лукойла» по подготовке будущих квалифицированных кадров будет продолжена. Андрей Вылежнев, Влад Рашидов, Семен Соснин, телекомпания «Ветта». Вот сейчас все говорят об Олимпиаде. И небольшие спортивные события в отдельно взятом городе на фоне олимпийских рекордов остаются практически незамеченными. А в Березняках, между тем, открыли новую баскетбольную лигу для тех, кто хочет побеждать. В церемонии открытия приняли участие 8 команд. Для школьников это первое соревнование такого уровня. Они сильно волнуются. В спортивном зале их встречают как больших спортсменов. Парад открытия почти как на Олимпиаде в Сочи. Открытие школьной баскетбольной лиги в нашем городе является
приветственных речей организаторов и друзей турнира – поднятие флага. Чтобы начинающие баскетболисты видели, к чему надо стремиться и расти не только в спортивном смысле, флаг помогает поднять самый высокий человек Березняков – Антон Алексеевский, рост которого 2 метра 16 сантиметров. В этот же момент в десятках километрах от этого спортивного зала подобный турнир стартует и в Соликамске. Благодаря проекту, давайте скажем, на сегодняшний момент детей в баскетболе занимается в городах Березники и Соликамск около 1300 детей на сегодняшний день. Это, я думаю, не предел, то есть дети постоянно идут. Еще куча детей пришла сегодня, спрашивают, где записаться, куда, когда. Тренер школы номер 14 Майкл Попович подбадривает своих воспитанников. Последние 2 года он преподает баскетбольное мастерство в Березниках. Сербскому специалисту не мешает языковой барьер. Спорт – универсальный язык. Его одинаково понимают и мальчишки, и девчонки. Кстати, девочек в команде Майкла 2. На площадке их выдают волосы, собранные в косы. Это разница только кто быстрее, как научился технику баскетбола. И тогда... А знаю, какая девочка самая умная, и она может быть и лучше, чем какой мальчик в этом году. К слову, школьная лига «Калий Баскет Юниор» уникальна не только потому, что играть в одной команде могут мальчишки и девчонки. Официально в России к соревнованиям допускаются дети от 12 лет и старше. Благодаря проекту компании «Уралкалий» теперь и у младшеклассников есть возможность выйти под знаменами настоящего турнира. Слава Богу, что есть финансовая поддержка. Благодаря «Уралкалию» у нас есть такой единственный шанс, чтобы посмотрели все детей на уровне города. И чтобы из них выбрали самых лучших, у которых большая перспектива, чтобы они стали баскетболистами. До конца апреля пройдет еще несколько десятков игр. Сильнейшие команды Березняков сразятся в финале 4 с лучшими баскетболистами Соликамска. Принять участие в лиге «Калий Баскет Юниор» могут любые школы. Школьники 2-3 классов еще могут успеть подать заявку. Вот оказывается, по итогам обследований, к 11 классу в школе остается только 5% здоровых детей. Ну, не надо паниковать. Решение давно придумано и не нами. И как ни банально это звучит, поможет физическая культура. Сегодня, когда вся страна следит за Олимпийскими играми, пермские школьники тоже получают свои награды. Уже почти год ребята – участники конкурса «Стань сильнее». Мероприятие проводилось в 2 этапа – весной и осенью. Те школьники, которые за лето улучшили свои результаты и стали победителями. Подготовка велась в рамках уроков физкультуры. Общий уровень заметно подтянулся, констатируют учителя. Если брать с 6 по 11 класс, вот где классы я работаю непосредственно, то это процентов, наверное, за 70 у ребят показатели улучшаются, а вот ну, процентов 10-15 из тех показатели возросли в разы. Прямо на уроках физкультуры школьники проводили замеры по подтягиванию, отжиманию, прыжкам на месте и бегу. В том числе благодаря и этому конкурсу многие ребята всерьез увлеклись спортом и занимаются им теперь не только в школе. Мы занимаемся волейболом, также ездим на соревнования, еще участвуем в товарищеских матчах. Также мы участвуем в соревнованиях за школу, то есть на районе, на городе. Мы побеждали уже несколько раз, мы все лето занимаемся, то есть когда свободное время, всегда спорт. В каждой школе в конкурсе принимало участие порядка 400 детей. Среди них примерно по 20 лидеров. Всего же в городе победителями стали 588 детей. Я очень надеюсь, что и этот конкурс станет в дальнейшем традиционным. Мы будем возрождать дворовый спорт, поддерживать наших школьников с тем, чтобы здоровый образ жизни стал нормой поведения каждого. Сильнее стали 1000 школьников, вовлеченных в конкурс. А каждый победитель получил не только признание, но и вполне заслуженный подарок. Сертификат «Спортивный магазин» должен стать неплохим подспорьем в занятиях физической культурой. Полина Рифа, Ярослав Алакин, телекомпания «Ветта». Вот мудрые китайцы говорят, что лучше ничего не есть 3 дня, чем 1 день не пить чая. Не знаю, в чем секрет, но когда я пью чай из стакана, он кажется вкуснее. Или это может просто эстетическое наслаждение от этой замечательной гравировки подстаканника. За 3 дня так привык, что некогда любимая фарфоровая чашка теперь все время на полке.
вот так вот смотришь сквозь прозрачное стекло и понимаешь, что вот так же пили чай и 100, и 200, и 300 лет назад. Кто бы мог подумать, что эпохи объединяет обычный, казалось бы, подстаканник. Да, кстати, идеальный вариант для тех, кто еще не определился с подарком на 23 февраля. Я, конечно, могу ошибаться, но я вас никогда не обманываю. Вот такие вот дела. Хорошего всем дня. Да, и здорово, что вы были с нами. А какие новости от синоптиков? А вот какие. Сегодня в Перми минус 4, минус 6 градусов, облачно. Возможен небольшой снег, атмосферное давление ниже нормы, ветер северо-восточный 2-4 метра в секунду.